Всем привет! Вы на нашем новом канале Crazy Bagdash Games. У нас новое прохождение, игрушка уже One Level 3. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Погнали, первый уровень. Первый уровень, новый интерьер. Багдаш, давай, потому что это самый легкий уровень. Хоть с ними ты, надеюсь, справишься. Запускай лифт рычагом. Вставай на лифт. Сейчас так он подъедет. Вот. Оп, все. Есть. Бери ключ. Сейчас все, на выход. Все, первый уровень вообще. Это вообще легче круто. Легкого. Это да. Второй уровень, моя очередь, не опаздывай, уже начинается. Так, давайте сразу запустим лифт. Только лифта что-то тут нет. А есть вот такая штука! Так, стой. Никита. Подожди меня. Что, запускаем? Теперь надо точно успеть. Да тут шипы эти. Так, все. Надо сейчас точно пройти. Ой, о, все, успели. Молодец, молодец. Только, пожалуйста, мне на шипы не попадите, прошу. Так, ключ берем. Ох. На лифтике. Если и на выход. Туда попаду, то... Все, третий уровень, погнали. Теперь я. Слайд-шоу. Слайд-шоу, это значит просто вот тут... Это просто... Да, сейчас будет так лагать, это так уже. Ну, короче, тут просто на выход нужно, но лагает неприятно. Лови. Это просто лови. Этот уровень, ну, давай, просто там перемещается просто. Опа. Черт, уровень, по-моему, самый легкий, да? Пятый уровень, Богдан, давай, тренируй ты память свою. Тренируй память. Я прочитал подсказку, нужно собрать вот эти две карточки одинаковые. Если ты сейчас соберешь вот эту карточку, видишь, вот собери, все. Потому что они не одинаковые. Нужно находить одинаковые карточки и их собирать. Я вот, тогда хочу вот эти вот красненькие. Смотри, берешь, короче, красненькую, вот эту не берешь, и нужно ее перейти. Потому что, когда ты еще раз сыграешь, и вот эту, по-моему, ты помнишь? Карточку. Опа. Все, смотри. Берешь теперь вот это. Это у нас буква О. Берешь теперь. Ой, бежишь теперь сюда, берешь букву О. Теперь это какие-то завихрения. Волны, да. Так, запускаешь лифт. Оп. А там ключ, наверное. И там уже последняя карта, там уже ошибись, вспомнили, да. Все. Я надеюсь, что это не будет такой сложный. Все, это волны. Пам-пам-пам. И на выход. Сейчас я прохожу. Да, твоя очередь. Давай. Yeah! Шестой уровень. Но я начинаю. О, скользкий пол. Я знаю. Лёд. Я смотрел такое. Эх. Смотри, он ускоряется. Давай уже как на коньках. Реально, это, наверное, каток назывался. Уровень. Это каток, наверное. Я буду его называть каток. Что, он слишком легенький, да? Для шестого уровня, так уж точно. Да, он даже легче. Первого и четвертого. Бери ключ. Ты чё, чуть на шипы не налетел. Давай, на выход. Сейчас Все, погнали. Седьмой уровень, моя очередь. Седьмой уровень, не так быстро. Чё бы это могло значить? Может, это рычаг нажать, и он медленно моет вот этот лифт? Вот это просто какая-то бешеная штука. Это надо... бешеная машина времени. Машина убийства. Потому что, наверное... Ладно, надеюсь, со второй попытки точно получится. Давай, я тебя прошу. Не так быстро. Давай. Будет. Вот это... Все? Угадай кнопку. Угадай, какие кнопки нужны. Угадай, ты умрешь. Так, мне кажется, нужно какой-то... Ну-ка, желтенькую попробуй. Желтенькую. Вот мне вот я чую, что желтая нормально. Давай. Только перепрыгивай розовую. Нет. Попробуй нажать голубую. Голубая, попробуем. Опа. Ничего себе. Ну, Богдан. А я думал, что это красная будет. Нет. Девятый уровень, как это работает? Богдан, давай попробуй, пройди. Ну-ка, попробуй, стой, этот рычаг сразу собрать. Нет, я знаю его. Знаешь его? Да. Он не сработает? Это тоже я знаю. Это вот, что вот это сработает? О, с первого раза, ничего себе. Так, так. Вот этот. Перепрыгнем сначала. Вот. Все. И залетай на лифт. Отлично. Это ключ просто легкотня. Ну ты какая легкотня? Ты попробуй сначала пройди его. Нет, это просто легко, когда ты рычаги угадываешь. Да я попробую. Ну ладно, попробуй. Ты видел, какой я? Оп, да, вот этот рычаг. Лифт, смотри. Опа. Все, сразу на лифт. Только не прыгай, я тебя прошу. Да, не надо тут прыгать. Оп. Не попадись. Оп, на выход. И все. Есть. Десятый левел. Моя очередь. Теперь я. Десятый левел. Вот это поворот. Погнали. Вот это поворот.
Вот это поворот. Чёй. Ну пока все, кстати, нормально. Ну-ка, может, даже лифт запустить в первый раз? Нормально. Давай попробуем. Только попробуй, пожалуйста. О! Вот это поворот! Вот это лифт с приколом, конечно. А, наверное, это просто с одной части. Надо, наверное, посередине ставить, чтобы он никак качался. Ты думаешь? Да, видишь, он сам по себе так не... Ну-ка, если на середину просто встать. Опа. Вот, видишь, он на месте едет. Видишь? Я прав. Ладно, третья попытка. Точно получится сейчас. Точно получится. Давай, давай, давай. Не прыгай. Вот тут не прыгай. Вот. Во, так, молодец. Так, так, ух. Все, на выход. На выход, на выход, на выход. На выход, на выход. Да! Один слово. Не перепутай, не перепутай ключ. Смотри, а то будет... Красный! Блин. Ну же красный ключ, потому что красного цвета это. Ничего ворота. Себе ты умный. Ну ладно, попробуй. У меня просто мозги ты хорошие. Прокачанные. Тихо. Куда ты? Сразу запускай лифт? Нет, ну ладно. Беги, короче, сюда. Запускай лифт. Тут вообще, смотри, вот просто я сейчас прыгну и он... Не бери ключи, бери другие. Оп. Так, давай иди сюда. А я думаю, что если ты этот ключ возьмешь, то ты умрешь. Пошли, дружба мой красненький. Ой, я испугался. Так, красный ворот, попробуй сначала красный так? Ключ. Зеленые ворота. Зеленый ключ. Зелененький ключ. Теперь желтый. Что, будет желтый? Не желтый, так желтый. Ну-ка, бери его. Да, это как во второй части. Точно. Да, как тяжеленный ключ, там был уровень. Наверное, тут так сделать. Все. 12-й левел, давай, попробуй. Тут вообще даже не видно. Это кто такой? Это что, Богдан? Смотри, по моему цвету. И что тут надо делать? А, тут надо кубик Рубика собрать. Смотри, сейчас моргает красный. Попробуем красный. Зеленый моргает, ты что не видишь? Все. А как бубу, видишь, шипы сейчас работают? Опа. Так. Видишь, все, кроме зеленого шипа. Синий моргает! Значит, иди к синему самому. Бежим, 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 бежим. Как бомба, видишь? Пик, 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 пик. Да. Все, отлично. Опять все шипы, кроме синего. И теперь. Сейчас. Какой еще моргать будет? Оранжевый! Оранжевый! Бежим, оранжевый это самый легкий. Стоим тут. Вот, все. Так, да. И теперь будет моргать. Красный. Желтый. Беги. Красный мы уже, по-моему, собирали. Желтый. По-моему, да. Да, мы собирали. Ну, взрывайся. Бам. Все. А что, ворот не открылись? А, все. Поздравляю! Ну что, давай, теперь я. Как улитка. Как улитка. Ты сейчас будешь бежать, короче, как улитка. Да, это как во второй части, стиль улитки. Стиль улитки тут только... Да, я его буду так называть, стиль улитки. Посмотри, тут, наверное, за 500 часов это можно сделать. Посмотри, как он вообще прыгает, просто это... Да, и смотри, как надо запрыгивать. Ты что, Богдан, вообще что? Ну... Посмотри. Или еще я. А, вот, все. Вот, все, давай, теперь я. А половину ты, теперь я. Давай. О, смотри, видишь, как улитка. Реально, как улитка. Как улитка. Ну, давай, давай, заранее, он очень медленный. Богдан, дай я возьму, смотри, как надо. Берешь ключ. А почему ты только желтый открывает коричневые ворота? Не знаю, надо было и ворот желтый сделать, да? Ну, да. Точнее, золотые. А если... Давай, тут... допрыгивай. А если вообще красные были? Смотри, так. А если ключ, то я бы думал, что он будет белый. 14-й левел, где реки ворота? А, нет, сначала надо по цветам. Сначала голубой. А, да, 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 голубой. Сначала голубой, потом зеленый, желтый. Розовый, фиолетовый. Ага. Ты сначала голубой, да? Да, голубой. Голубой. Вот, посмотри, по верху. В самом недоступном месте. А я думаю, а если, наверное, ты другой ключ возьмешь, наверное, ты умрешь. А что делать, смотри. А, то есть надо рассчитать момент, когда нужно прыгнуть, чтобы взять ключ и не налететь на шипы.
Ты зачем нажал? Я помочь хотел. А, он не долетает. Ну-ка, 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 сейчас. Вот сейчас точно получится. Смотри, сейчас. Ну-ка, раз, что? Два, три, прыгай! И как его взять? Берем, короче, этот ключ. Ты что, меня запоминаешь? Да что, почему ты умираешь? Давай это вообще не пройдем. Мы это, по-моему, никогда не пройдем. Никогда. Надо потренироваться. Градиент. Мы наконец-то забрали. Нам наш папа помог. Да, папа пришел и помог нам забрать голубой ключ. Молодец, пап. Ты супер игроман. Так, зеленый собрали. Давай теперь попробуем по порядку. Желтенький. Нет, смотри, зеленый тут нарисован. Зеленый мы уже собрали. Теперь нужно желтый. Желтый, потом фиолетовый. Да, реально фиолетовый. Нет, потом розовый, точнее. Да, розовый. Следующий сложняк. Теперь фиолетовый. Иди к... А где почему красного? Не, смотри. Да... Боже, красный, а тут вообще не, ну красный. Вот тут нет красного вообще. Ну да, а, ты я там. А, вот. А... Нет, 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 стой, стой, стой. А, вот как этот уровень уже пройти. И вот градиентный ключ заветный, наконец-то. Это разноцветный ключ, я люблю разноцветные цвета. Фух, наконец-то. 15 уровень, по местам, погнали. Это кнопки. Это нужно, смотри, ящики таскать, короче, на их место. Зелененький ящик, вот. Тащи, короче, на зелененькую платформу, а синий на синий. Давай я сначала синий попробую. Давай. Так. Сейчас я вот так вот. Все, стой. А, нет, не очень немножко. Вот, все, теперь точно есть. Давай зеленый. Молодец. Тащи, о, красный, сейчас будет сложнее всего, иди к рычагу, не сдвинь только ничего. Я попробую не попасться. Дышь. О, да это их котня. Кстати, зеленый, да, его просто нужно с лифта стащить и все. Сейчас я вот этот вот красненький. Тихо, мы сейчас с ним пойдем. Лучше подождать, побезопаснее будет, чем потом опять переходить заново. Наконец-то. Это легко вообще. Легкотня вообще. 15 уровень по сравнению с 14 просто. Да. Ну что? Это что за баблгам? Это что такое? И что делать? Что делать с этим? Ты, может, огонь... Нужно, может, просто ждать, пока огонь, этот шарик, лопнет? Или что с ним делать? А, просто нажать надо было на него. И он лопнул. Так. Легкотня. Вот это уровень вообще просто легкий, да. Это просто пу, ничего. Ничего. Это просто ничего. Просто ничего. По сравнению с первым. Зеленый ключ. Это желтый, ты что, не знаешь? Ой, какой зеленый, да, желтый. Точнее, золотой. Не, желтый. Ключи, они золотые. Ну, смотри, видишь? Ну, он золотой. Не, он быть. Желтый. Странные вески. А что рычага нет? Мы что, с ума сошли? Мы что, с ума сошли? Вот, короче, да-да-да, вот так делай. Стой, 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 нет. Смотри. Или да, ну-ка. Я прав? Или я не прав? Прав, все. Давай теперь. Да, проходи. Теперь ты. 18 левел, здоровенный. Это как, я знаю, это как... Не ключ, а ключище. А, надо прыгать на него, надо. Вот, смотри, он маленький стоит. О, ничего себе. А если он маленький, буду ты его вообще так вот не убьешь. Не, ну просто его сейчас можно уже дотаскать, наверное. А, нет. Не, наверное, просто... Его нужно сделать до такой степени, что его просто можно было взять, в кармашек положить и открыть замок. Все, хватит. Не, он еще недостаточно маленький. Все. Все, теперь можем его таскать. Пи! Ой. Пи! Все, 19 лет. Помняли. Так, теперь я. Помощник. Где помощник? И где наш помощник? Вот он. А, его нету на этой штуке. А, стой, смотри. Смотри, какой мелкий стигман. Вот это он мелкий. Так, берем. А что теперь делать? Теперь, я не знаю, как-то мы должны. Может, ему сбежать лучше? А, стой, смотри. Короче, теперь берем.
и останавливаем лифт, когда он будет... А нельзя его установить? И как это проходить? Я вообще не знаю. Можешь его поставить тогда на эту? Вот смотрите, а я, наверное, знаю это. Никит, я знаю, просто вот так он еще вот этот лифт включит, вот он сюда, сюда, и потом на эту табличку. Видишь, чувачка даже нет. А, да-да-да, ну-ка. Ну-ка, давай на лифт попробуем запрыгнуть. Давай, друзья. А, нужно этого Стикмана, короче, отсюда стакнуть. Пошли, дружба, на свидание. Пошли на свободу. Бежим, бежим. А, туда полицейский. Быстрей, быстрей. Такой быстрый. 20 левел. Все равно не прочитаешь. Все равно не прочитаешь. Ты что? Что тут творится? Смотри, походу, это просто, наверное, сложняк. Ну-ка, стой. А, ты все видишь как. Так, как было в обычной карте? Ключ был тут. А значит, это тут? Значит, нам нужно сюда? Нет. Я знаю, смотри, вот тут мы начинаем, потом мы сюда прыгаем. Сюда, 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 сюда и потом вот туда. И как ты это делаешь? Это, наверное, никак. Посмотри, мы тут через какие-то телепорты проходим. Это какие-то телепорты. А, вот, смотри, видишь? Вот. Да ну, это нереально пройти. Я даже не знаю, как это. Давай. О, наконец-то. И что дальше? Вот куда идти? Мы сейчас на шипы как-нибудь долетим? Нет. Это сквозь шипы. Стой, по-моему, нужно сюда потом. Вот. Вот, вот, вот. Так, теперь мы тут. Вот. Залезаем на лифт. Вот. Все сработало. Берем ключи. Опа, опа, опа. Так, теперь бежим отсюда, отсюда. И все. Изи. Нет, не совсем изи. Это уже было самым сложным. Мы прошли первые 20 уровней игры One Level 3. Если хотите увидеть продолжение, ставьте много лайков и подписывайтесь на наш канал!